Всем привет, это канал Physics.ae, поближе микрофон поставлю. Мы продолжаем играть в Prey, и что? И вот, надо как-то пробраться туда, но не знаю как. Что-то я никого не слышу, странно. Почему вы молчите? Поговори со мной. Доктор Ю, вы были в жилой секции? Да. Вы не видели там мою жену Николь? Когда я в последний раз говорил с ней, она направлялась туда. Если вы ее найдете, сможете привести сюда? При мысли о том, что она может стать одной из этих тварей, я... Доктор Ю, сожалею, это было неуместно. Простите. Ну, новая задача появилась в поисках этой женщины, но... Ну, блин. Подумай логически, она, наверное, сдохла все равно. Там все были заражены. Где мне найти пропуск чувака? Потому что мы до сих пор не проникли туда, и нужно искать какой-нибудь выход все-таки. Не знаю, но мне кажется, он где-то наверху должен быть, по идее. Здравствуйте. Рад вас видеть. А мы тут были, да. И тут мы были. А куда эта тетка? А, вон она. Окей, ладно. Но тут, в принципе, ничего нету. Окно, наверное, нельзя сломать. Не ломается, да. Может, какие-нибудь люки есть туда? Так, чё вы тут лежите? Как-то странно так, а? Чё это такое? Ничего. Может быть... Есть какой-нибудь секретный вход? Нету. Слышь? Меня ударил этот грёбаный... Скорее всего, жесткий диск, я что, его не взял, что ли? Помните, мы ищем не схему развертывателя, чем бы он ни был, а чертеж ликвидатора. Чё? Включи меня. Ссадина. Усталость. Ничего смертельного. Спасибо. Стойте спокойно. Это займет пару секунд. Вы абсолютно здоровы. Заполнить анкету можно на стойке администратора. Да что вы заполните анкету, да заполните анкету всегда говорите, а? Что? Что тут? Не проникнуть. Пожалуйста, скажите мне, как проникнуть туда. Нет, стекло не ломается вообще. Стоп, а это что такое? Несколько задач. Не, мы туда не сможем проникнуть. А если вот тут как-нибудь проникнуть можно? Оп. Окей. О! Чё, нашел-то я? А, это турель. Не-не-не. Надо взять. Окей. Так, тут не проникнуть, да? А поднять, опустить, это нам не надо. Их можно открывать вообще? Ну-ка. Опа, еще. Блин, я думал, тут проходы есть. А тут просто какие-то вещи полезные. Так, тут все открыто уже давно, да? Так, тут бьет током. Поставок до следующего распоряжения. Блин. Как же проникнуть туда? Ну, боже мой. У кого хакер четвертый? Кто знает пароль хотя бы? Ну, что-нибудь. Вам удалось найти чертежи ликвидатора? Fuck you. Может, как-то сверху можно проникнуть, а? Я уже так делал. Нет, тут все закрыто. И перекрыто. Даже никаких люков нету. Не может быть такого. Должен быть где-то же. Может, за картиной? Нету за картиной. Ладно. Собный вентилятор. О, транскриптор.
Ну-ка. Очень полезно будет. На этот раз я записываю. Вы тоже, Эмма? Все в порядке. Даниэла с нами. Она прикроет нас, если что. Тихо. Она согласилась? Мы договорились. Мне тоже пришлось кое на что согласиться. Может, дорогие будущие мы. Сегодня будущие мы. Мы не будем себя так называть. Сегодня мне удалось убедить мою прекрасную, но упрямую подругу. Упрямую? Остаться в постели и не работать сверхурочно. И вот что я за это получила. Короче, ни хрена ничего нового. Я думаю, будет пароль какой-нибудь хотя бы. Как туда проникнуть? Подожди, у меня же есть карта вроде. Куда мне нужно вообще? Так, ну смотри, то есть я могу попасть сюда. Второй уровень. Сагита. Тут Сагита, значит, есть. А куда нам надо? В грузовой отсек попасть. Потом жизнеобеспечение, что ли? Обшивка Талоса. Тут нигде никаких дырок нету. А как-нибудь можно через Сагиту попасть? Погрузочный отсек, да? Блин, а. Мне кажется, они что-то замудрили тут. Ну, естественно. Это было очень очевидно. Ну, тогда давайте мастерить снова. Заходим сюда. Эх. Что тут у нас? Сломанный вентилятор. Вот эта хрень, вот эта хрень. Ну и все. Чтоб не мешалась эта хрень всякая. Так. Еще у нас есть набор для улучшения оружия. Но давайте улучшим нашу снова пушку. Например. Время стрельбы. Ну, окей, допустим. Ай-яй-яй-яй-яй. Никаких дырок. Тут, наверное, тоже ничего нету. А он показывает какие-нибудь всякие штуки-дрюки, которые секретные. Такие лазалки. Залазалки, перелазалки. Вот тут какая-то дверь, что ли? Не пойму. Нет, не здесь, а вот здесь как-то вот она. Стоп. Подожди, это на какую я дверь смотрю? На эту. А вот это что за дверь? Может, это снизу? Стоп. Приближается оператор. А, эта дверь закрыта. Оператор, привет. А, это я же тебя активировал, точно. Поможешь мне? Изучаю. Да зачем мне? Зачем мне изучать? Вон, лучше открой мне дверь. Какую-нибудь уже. Вообще любую, неважно. Главное, открой. Их. Привет. Чё, я тебе так нравлюсь, да? Это чё такое? Наверное, на трубе ничего нету, но давайте попробуем залезть по ней тогда. Вообще не могу понять, как... Оп. Как проникнуть туда? И куда? Черт. Как ее спустить? Походу, никак.
Этот все еще за мной наблюдает. Ты посмотри какой. Не хочу тратить гипс-пушку, потому что это может быть бессмысленно. Все дело. Эх, не проник, ладно. Попробуем так залезть тогда. Но это у нас единственная попытка будет. А мы можем мы вот так сделать. Оп. Может как-то... Стой. Я на тебя... Можно залезть, а? О, спасибо. А теперь сюда. А теперь на трубу. Во, по трубе пошли. Так, тихо-тихо-тихо. Блин, походу ничего. Ну, блин. Ну, как туда проникнуть? Труба заканчивается? А, нет, она... Все зря. Ой-ой-ой-ой, куда это... Ой-ой-ой. Я еще выше залез. Ну, это, конечно, все прикольно. Что я тут паркурить умею так хорошо. Тихо, не скатывайся. Ну, я надеялся на какой-нибудь проход. Блин. Ой-ой-ой. Ну и как попасть туда? Может, ты поможешь мне открыть? Она не хочет разговаривать. Они так поглотили Еноха, сделали его таким же. Они этого хотят? Если бы я сумела потушить пожар, я остановила его распространение, но могла сделать больше. Не хочешь... Как это все произошло? Я наблюдал за ними, и до сих пор не знаю, сколько их. Они могут быть где угодно, в ком угодно. Если бы я успела добраться до источника энергии... Ой-ой-ой. Откройте просто замок-то, а? Как открыть замок? Может, ты мне поможешь? Вы видели их золотую штуку? Она прекрасна, но приводит меня в ужас. Неважно. Директор Элазар ждет вас. Да я уже с ней разговаривал. Здравствуйте. Может, ты мне поможешь, а? Я неплохо стреляю, но от прикрытия турели не откажусь. Да, я откажусь. Например, потому что они хреново стреляют. Вижу, вам пригодился медоператор. Он не раз спасал нам жизнь. Да. Какие же вы... Что там с турелями? Какие же вы многосон? Да ничто с турелями. В жопу ваши турели. Откройте мне лучше дверь. Туда. Как туда попасть? Я только третьего хакера вашего тобаного прокачал. У меня всего один нейромод. Прекрасно. Что я с ним могу сделать? Ничего. Потому что мне нужно 8 нейромодов. Неужели нет ни другого способа? Я все обыскал. Я искал всякие лазейки, другие двери нашел, которые тоже не открываются. И все бесполезно. Не знаю, может через обшивку как-то можно пробраться. Так, тихо, тихо. Не бейся только. Так, я откуда пришел? Отсюда где-то? Я уж сам не помню. Так. Эх. Я помню, что я здесь рыскался. Все, я залез сюда, поэтому давайте уже перейдем в эту обшивку. Просто, ну, какого хрена? Они хотя бы, ну, третьего, что ли, поставили, или второго? Ну, какого хрена они поставили четвертого хакера на том месте? Ведь, блин, я же не качал четвертого хакера. И это не подразумевалось даже. А если бы я вообще хакера не качал, что бы тогда было бы? Я просто не понимаю. Ну, не должно быть такого. Даже в Fallout такого нету. Там тоже, типа, хакер есть, но... Он-то не обязателен вроде как. Или обязателен. Вот не помню. Там вроде был вот такой момент, там, где надо, блин, эти компьютеры каждый раз взламывать.
бесило меня уже это. Ну, там вроде... Ну, там вроде хакер сильный не нужен был бы. Первый и второй, все. Вроде... Четвертый хакер там, типа, знаете, всякие секретные лазейки, которые там хранится какая-нибудь суперпушка. Вот, например, как сейчас. Я нашел пушку, а нужен был подъем третий. Но я смухлевал, просто тупо кинул какой-то предмет потяжелее, и он раздвинул как-то... Опа. Какого хрена вы закрыли? Не, понимаю, что могу выйти. Обратно, но... А! Тут же кнопочка есть. Так, окей. Мы вышли отсюда. Надо потом не забыть. Ой-ой-ой. Тихо. Какой-то чертеж. Подожди-ка. Стоп. Летим туда. Так, подожди-ка. Это гнездо помешает мне. А еще тут кач. Может, попробуем пушечку нашу? И что дальше? О! Он взорвался? Все? Так, теперь надо вот этих цистоидов поубивать. Блин, а? А то они сейчас мне помешают. Они очень хорошо взрываются. Эх, так, давай попробуем проникнуть здесь. Ой, они тут прям. Да что ж такое? Ну иди сюда. Так, так, так. О, все. Куда, куда? Ну ладно, я хотя бы вовремя его взорвал. Ну, покалечил меня. Да что ж такое-то, блин, а? Так. Сюда не проникнуть, да? Чё за чертёж? О! У меня есть пароль. Ну, у меня еще хакер третий, но я лучше воспользуюсь паролем. 8-3-4-4. Неплохо так. Чертеж портативной турели. Вы нашли схему ликвидатора. Нам бы эти турели чуть раньше. Ищите материалы для турелей. Схема это только полдела. Когда мы их изготовим, скорее бы посмотреть, как они разделаются с нашими новыми друзьями. Ай. Это пробоина в грузовом отсеке. Так, это что, труп человека? Так, я слышу... Ой! Еще! Откуда вы взялись, детишки? Так, эти мы трупы все обыскали, да? Ой-ой-ой-ой-ой! Летят сюда! Так, все, убил. Так. Контейнер. А ты что там? Ой, это же было гнездо, я думаю, это цистоид был. Так, а где пушку я уже обыскивал? Да. Так. Что тут у нас еще есть? Вот этот мусор можно взять. А-а-а. Так, ладно. Тут больше ничего нету, в принципе. Чуть летает. Баллон. Неплохо. Только не мешайся. Да. Идите. А то у меня патронов мало просто. Так.
И что дальше? Машли чертеж. Труп человека. Что, брат, что ли, возвращаться? Так, а это мы открывали? Но это было с другой стороны открыто. Что такое? Не прогрузилось, что ли? Что, возвращаемся? Тихо. Тихо. Все. Перехожу. Фух. Ой, господи. Ну, блин, я нашел какой-то чертеж. Это портативная турель, которую там можно найти. Вот это. Ну, блин, это хреновая, конечно, турель. Это понятно. Но, не знаю, им почему-то надо это. Может быть, они из-за этого откроют. Мало ли. Как вы думаете, откроют они тогда? А то не стоят, что-то смотрят. Мне нужно попасть в грузовой отсек. Они такие, что-то болтают. Никакого пароля мне не сказали. Окей, ладно. Все, полетели. Оп, есть. Так, переработаем всю хрень, которую мы только что подобрали. Потому что у нас очень мало почему-то места. Так, у нас три нейромода, кстати. Это хорошо, надо с ними что-то сделать. Окей, все. Скушаем что-нибудь. Так. Нейромода, да? Что прокачать? Выносливость, стойкость. Здоровье повышается до 150. Вот это хорошо. Давайте вот это прокачаем. 200, 300. Нифига себе. Так, у меня теперь 150 жизней. Это прикольно очень. Может быть, теперь к ней надо прийти? Грузовой отсек. Или можно было накопить на хакера? Четвертого. Ну так чё? Нет турелей, нет кода. Ради нашей и вашей безопасности. Ах ты скотина. Ну вот она чё. Окей, коза. Сейчас будут твои турели, блин. Эту починим. Так, да. Оп, есть. Окей, давай. Турели, да? Это ключ-активатор. Создать ключ-активатор. Неплохо. А, у меня уже был, что ли, да? Шокер. Ну и портативная турель, да? Окей. Ща. Несу. Вам две достаточно будет? Я вот сюда поставлю. Все. Турель есть. Вам две достаточно будет? Ну-ка. Я все. Две турели. Нет турелей, нет кода. Да хватит. Ради нашей и вашей безопасности. Здравствуйте. Рад снова видеть вас, доктор Ю. А я не рад вас видеть. Потому что... Что это такое? А, она поднимает просто. Еще одну турель. Куда эту турель поставим? Сюда, наверное, куда-нибудь. Сюда вот так. Только, надеюсь, это вы не попадете под обстрел. Две турели уже. Ну, точнее, три даже. Здравствуйте. Рад снова видеть вас, доктор Ю.
Да мы только недавно познакомились. Нет турелей, нет кода. Родина. Задачи. Ключ от рая. Добыть ключ-активатор Алекса. Показать на карте. Жизнеобеспечение. А туда можно попасть как? Через грузовой отсек или через холл Талоса? Но холл Талоса закрыт. Только через жизнеобеспечение. Нашей и вашей безопасности. Я что-то не пойму. Так, задача. Прямо отправка открыть грузовой отсек. Б. Может, тут какие-нибудь? Оборона грузового отсека. Установить турели в зоне погрузки грузового отсека. Б. В зоне погрузки. В зоне погрузки грузового отсека. Показать на карте, где это. В смысле? Ну? Это не та задача. Может, тут где-то показано? Показать на карте. Ну, я там и ставлю турели. Если мы не перебьем этих тварей, они все равно сюда проберутся. Да я их перебью. У меня есть суперпушка. Что, не видел? Во какая. Так, ее надо перезаряжать. Она как-то, короче, типа, стреляет лучами. Потом... Нет, я пока... Может быть, надо вот эту еще перетащить? Чё, зрачиню, что ли? Оп. Пошли со мной. Может, прям вплотную надо установить, чтобы засчиталось. Вот тут как-нибудь. Прям тут. Вот. Ну, конечно. Все, я все сделал. Давай, говори мне код, коза. Тут зажмотило. А я-то думал-то, как открыть-то? Нет турелей, нет кода. В смысле? Ради нашей и вашей безопасности. Я установил турели. Мне засчиталось, ачивочка. Может, тут кто-нибудь мне скажет пароль, а? Чёртовы капсулы, ни одна не работает. Чё? Слежу за главным входом. Да следи, конечно, блин. Так, подожди-ка. Может, не хватает опять? Задачи. Установить еще две турели. Может, поближе надо поставить? А-а-а! Вам надо еще ближе, да? Спасибо, что сбила мне турель. Вам надо ближе поставить, да? Чё мне сразу не сказали? Все, это будет сбоку. Надеюсь, медоператор... Ликвидаторы готовы. Пора нашим приятелям с ними познакомиться. Давай. Вот код от грузового отсека Б. Люблю тебя, мамочка. Увидимся в аду, папаша. Появился в этом проеме. Стреляйте! Не надейтесь на ликвидаторы. 4. Работы хватит на 0, всех. 4. 8. Наконец-то. Ну, погнали. Ну, мочите их, чё стоите? Чёрт, нам крышка! Убей! Я убил. Ещё, Тифан! Он был выжили. О, патрончики. Теперь мы закрепились и сможем держать оборону до бесконечности. Присылайте выживших. Мы их защитим. Морган, вы спасли наши задницы. Можете прогуляться и спасти еще кого-нибудь. Так, тут еще что-то было. Во. Так, это не надо. Боже мой, сколько тут всякого хлама интересного.
Окей, сейчас обыщем и принесем, наверное, все. Так, что тут? Ой. Грузовой контейнер. А я не могу. У меня нет пароля. Даже взломать нельзя. Так, а это что? Гипс-пушка. Пустая, наверное. Раз у меня я не могу ее обыскать. Так. Ну ладно. Пусть тут лежит. Так, чувак, привет. Спасибо за энеромод. Опа, дробаш валяется. Патронов нету тут. О, первый хакер, неплохо. Давай. Так, чак. А! Хорошо, что тут первый хакер. Так, что тут у нас? Коробочка. Неплохо так. А, мест нет. Чёрт. Антирада, но у меня он есть. Блин, места нет уже, да? Ладно. Окей. Допустим. Так, а это как открыть? А, вот кнопочка. А, тут пусто, блин. Ладно. О, еще. Погнали. Ай. Давай. Че. Нет, че. Я нажал на я. Куп-пуп-пуп-пуп. Опа, еще всякой хрени. Чур-чур дробовика, но он... А, нет, чур-чур дробовика у меня нету. Ну, только он мне не нужен нафиг. Что у меня и так есть дробовик. Я с ним всегда вон хожу и все. Так, я нашел две штуки для улучшения оружия. Но вот... Только проблема в том... Что ты думал? Скроешь от меня инъектор, да? Я думаю, что-то пополезнее будет. Так, еще. Ох, сколько тут вещей-то, а? Только надо сейчас... сейчас ненужные вещи только выбросить всякие. У меня просто слишком много еды, поэтому и вещи не помещаются из-за этого. Так, баллоны всякие тут. Батарейки. Это неплохо. Сколько у нас там... Ух ты ж мы. Прям... Еще надо патронов для пистолета сделать. Окей. Давай. Так, значит, давайте мы... Что тут у нас? Вот это. Сначала ненужное все уберем. Потом вот эту еду всякую, которую и так, в принципе, достаточно много. Что это? А, ключ-активатор, да, нельзя выкидывать. Но он, блин, место занимает, это плохо. Все вроде. Пока что. Пусть так будет. Активизируем. Так, ну и давай сделаем патроны для пистолета. Так, это у нас какие? Вот. Вот эти. Ага, давай сюда. Все. Пока не хочу тратить материалов. Пусть пока так будет. Так, как у нас утилизирующие гранаты, это очень хорошо, что есть. Эх, так. На нуле у нас ошеломитель. На девятке вот эта большая бандура. Окей, теперь можем взять штуки для улучшения оружия. Так, это этот кейс я вроде не открывал еще. А, или открывал. Он и так открытый. Так, набор для улучшения оружия, окей. И тут был набор для улучшения оружия. И еще где-то был. Тоже открытый. Так. Нет, не тут. Значит, вот этот контейнер. Ага, да. Сколько у нас много наборов-то для улучшения оружия. Так, давайте чем-нибудь используем из них. Так, давайте, может, потратим на гипс-пушку. Скорость перезарядки, например. Не знаю, что такое удобство использования. Что это такое вообще? Увеличиваю скорость продвижения во время стрельбы. Ай, ну ладно, давай. Неплохо бы удобство использования, например, для этой штуки, потому что она тяжелая. И... А, и все, закончились. Ну, окей.
быстрее мы сможем бегать с гипс-пушкой, например. Не знаю, это, я пока не вижу этого. Но вот с этой он... Они теперь одинаково бегают, потому что вот сначала с этой штукой я бегал медленнее, чем с гипс-пушкой. Это естественно. Теперь одинаково почему-то. Погрузочный отсек Сагиты. Окей, окей. Второй хакер. 3-2, 3-2. Мало ли. Ну ладно. Что он называется? Погрузочный отсек просто одинаково называется очень по коду будто. Так. Потратил много времени. Но сейчас я должен успеть. Ой. Че. Все, я успел. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Опа, чувак. Правдолюб. Взять флешку анализы. Флешка анализов. Эх. Много всего. Возьми нейромоды, ты чё? Записочка. Ка, я безмерно благодарна тебе за то, что ты рискуешь ради меня, ради добровольцев, у которых отняли право голоса. Мое сердце раскрывается при мысли о том, что ты следишь за этим... сидишь в этом грузовом контейнере, который мчится к земле. Хотел бы говорить, что там безопаснее, у тебя полно еды. Я знаю, что доказательно на этой флешке не исправят случившегося, но раскрыв правду, мы сумеем дать этому повториться. Спасибо, друг мой. АГ. Утилизирующая граната. Пудинг. Ну, еда мне не нужна, уже мне и так полно. Конечно, мы это все можем переработать и органику получить. Я сейчас ищу бегать вот это. Она сейчас просто далеко, эта штука. Опа. Там вроде кто-то есть. Я видел. Вон. Че, думал спрятаться? А ну-ка, покажись. Все, спалился. Окей. Теперь мы хотя бы видим его. Оп. Так, так, так. Сколько у нас утилизирующих гранат, кстати? 3 штуки. Неплохо. В принципе, если что, одну можно потратить. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Не, меня здесь нет. Все, он отвалил. Да что ж такое? Всё, он потерял меня. Нашел? Ебать! Ну, утилизируйся. А, вас двое? Утилизируйтесь оба. Так, один выжил. Опа. Опа. Чё, больно, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Чуть-чуть было. Какого хрена он раздвоился? Так, эффект пропал, все. Он раздвоился. Капец. Так, а в смысле? А еще трупы. Вот фигня. Что это за место? Какой-то контейнер. Блин, еще пришлось мне потратить патронов с дробовика. Эх, что-то не знаю, как попасть туда. Ладно. Так, вот шлюз, который нам нужен. Так, о, контейнер, контейнер. Что-то должно быть, наверняка. Да, есть. Еще набор для улучшения оружия. Еще набор. Еще утилизирующая граната. Ну, хотя бы... Как бы остался с утилизирующими гранатами всеми. 3 нейромода, кстати. Может быть, надо что-то сделать с ними? Еще что-нибудь прокачать? Нет, психонавык вот этот мы пока... Разработка, фигня, это все. Боже мой. Одна фигня осталась. Так, вот тут вроде какая-то не фигня.
Метаболизм, нейростимулятор эффект. Нет, не надо. Это все пси-энергия. Два дополнительных пси-чипа. Ну, фигня тоже. Вот это не фигня. Хотя это тоже фигня. Все фигня. Одна фигня осталась. Выносливость и подвижность. Ну, подвижность не фигня. Подвижность не фигня. Так, окей. Тут мы не были. Так. Заблокировано, ладно. О. Пониженная гравитация. Так, что тут у нас есть полезного? Колитесь. Ой, ой-ой-ой. Фигня, патрон потратил. Чё, ничего нету? Да не врите. Чё, зря сюда шел? Ничего нету, серьезно. А это чё? Тоже. Тоже фигня все. Все фигня. Ничего нет полезного. Зря мы сюда шли вообще. Нормальная гравитация. Окей. Ну да, кстати, я бегаю теперь быстрее достаточно. То, что надо, кстати. Ну ладно, мы сейчас перейдем и тогда закончим на этом. Ай, побегали по грузовому отсеку. Жизнеобеспечение. Как раз то, что надо, потому что там находится второй ключ как раз. И, наверное, скоро конец, потому что второй ключ остался всего лишь, а он как раз тут, ну, может быть, 2-3 серии, может быть, еще, может быть, чуть-чуть больше, 4 останется. Я не знаю, но это мое мнение, потому что они могут... Может случиться что-то непонятное, может сюжет повернуться в другую сторону неожиданно из-за какой-то проблемы на этом корабле, и мне придется опять идти от какого-то дурацкого места до мостика, например, и что-то такого. Можно все придумать. Главное, чтобы это было интересно. Потому что вот эти бесило меня просто, как это, как эти турели. Я даже не догадался. Оказывается, надо ей было просто тупо поставить турели. Я случайно нашел чертеж, просто потому что я вижу какую-то метку. Увидел метку, такой, о, полетели туда. Полетел, нашел чертеж. И тут мне говорят, типа, сделай нам турели. Я такой, ну окей, сделаю вам турели. Кейт, не знаю, есть ли у вас транскриптор. К вам направляется Морган. Я говорю это вам и остальным, чтобы вы его случайно не подстрелили. Или нарочно. Морган? Я думала, он на земле. Что это? Ой, это же инженер-оператор. Морган? Екатерина? Ты чё, блин? Я даже не подумала проверить ваш транскриптор. Не знаю, как вы тут оказались. Я думала, вы ушли из-за... Неважно. Шлюзы и лифты не работают. А ну пошли вон, пидорасы. Пракси, вы были правы. Да что вы творите, блять? Спасибо! Только пришел и уже сдох. Нормально вообще. Вы бы еще, знаете, блин, подставили, типа, ждущих уже фантомов, и чтобы они сразу на меня напали, вот так, кругом. Знаете? Там, не знаю, 6 штук вот так вокруг вот. Прилетел мне этот, блин, все испортил, испоганил. Не знаю, есть ли у вас транскриптор. К вам направляется Морган. Все, я спрячусь. Я говорю это вам и остальным, чтобы вы его случайно не подстрелили. Или нарочно. Морган? Я думала, он на земле. Морган? Екатерина? Я даже не подумала проверить ваш транскриптор. Не знаю, как вы тут оказались. Я думала, вы ушли из-за... Неважно. Еще один! Шлюзы и лифты не работают. Как и мои легкие. Парапракси. Вы были правы. У меня пятна перед глазами. Ну-ка, блядь. Даже если я доберусь до лекарств в своем кабинете, но думаю, я смогу... Да уйдите, блядь, засранцы! Можно перезапустить основной реактор для обхода блокировки. Еще, блядь! Звучит безумно, но я... Да ну вас нахер, блядь!
Что за херня? Не знаю, есть ли у вас транскриптор. К вам направляется Морган. Я говорю это вам и остальным, чтобы вы его случайно не подстрелили. Или нарочно. Морган? Я думала, он на земле. Морган? Откуда он знает, что Екатерина, я даже не подумала проверить ваш транскриптор. Не знаю, как вы тут оказались. Я думала, вы ушли из-за... Неважно. Шлюзы и лифты не работают. Как и мои легкие. Парапраксия. Вы были правы. У меня пятна перед глазами. Даже если я доберусь до лекарств в своем кабинете, но думаю, я смогу нас вытащить. Можно перезапустить основной реактор для обхода блокировки. Да, звучит безумно, но я все объясню. Я бы сама, но... Просто доберитесь туда, ладно? Мне пора прокси еще. Так эфирных фантомов мы уже вроде всех это... Проверили. Завершено. Вот теперь точно всех. Доступен новый псионный навык. Ладно, засядем тут пока что. Не будем вылезать. Ладно. Продолжим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте про группу ВК, там можно предлагать игры для прохождения. Всем пока.